В общем-то, вновь доброго времени суток, вещает канал Comics Paradox, и это игра Sonic XE Another Timeline. Другой таймлайн Sonic XE. Ну давайте, Normal Hard. Ну давай сначала на изи, чтобы понять, что это вообще такое. Sonic Sega Hedgehog, 91 год. Далеко пойдем, товарищи. Угу. Так. Соник обэкзэшился. Внизу было Соник 666. Space. Space. Ага. Space. Сейчас нам надо... Ага. Вот сюда вот. Надо менять персонажи. Да. Споем, это авторская музыка. Ладно, хер бы с ней, все равно мне никогда не светит. Так. 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 Ага, хорошо. Нет, дайте мне приземлиться туда. Вот так. Так, рыжий пушистый шарик. Тынь-тынь-тынь. И куда в таких уровнях надо топать? Так, хорошо. Ага. Пульсы нам не теряют. А, нет, теряют. Так. Что это? Что это за фигня? Должно быть, мастер изумруд? Я могу на него залезть? Да. Мы стали супер-ёжиком. Ага. Это скидывается, когда он получает повреждение. Так, хорошо. Ага. По-моему, я сломала эту игру. Ох ты, кто это? Нет, маленькая жирная жопа. Да. Следующий уровень. Тихо, 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 спокойно, спокойно. Тихо, спокойно. Нуклизы нас ранят. Пошли мы нахрен отсюда. Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня. Мне осталось два кольца. Ребят. Как отсюда выйти? Кто-нибудь знает? Ай, 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 ай. Ай. Одно кольцо, одно кольцо, одно кольцо, одно кольцо. Нет кольца, все, нет кольца. Нас убили. Ага, продолжается ад. Ага, он тоже ранит. Не, ну это, конечно, превосхитительно просто. Как это играть? Как отсюда выйти нахрен? Я так подозреваю, нужно бить его, когда он будет к этому не готов. Поэтому выращиваться от Тейлза. Прочие паскудни. Угу. А может быть на Тейлзах надо подскочить куда-нибудь и это... Рвануть вверх по Тейлзам. Я не знаю, как тут обозначен выход. А, сейчас. Кнуклис бессмертный.
Так, хорошо. Попробуем еще раз. Я тебе ударю раз 50. Ну и просто будем стоять на месте и бить всех. А, сейчас. Нет кольца. Нет кольца, нет жизни, нет ничего. Осталось 15 попыток. Это вообще проходимо? Маленькая ты серая говнятина. Тдынь-дынь. Вот улетают кольца за всякие рамки окна. Что ты с этим будешь делать? М? Конкретно, что с этим будешь делать? Иди отсюда. И я не нуждаюсь в твоих услугах. Интересно, что было бы на харде просто? Просто из интереса. Это на изи-то непроходимо, блин, ни хрена. Мы сейчас можем только вот так вот стукать тейлзов и все. По сути, все, что мы в данный момент можем. Главное, с этого местечка не уходить. Где тейлзы сразу убиваются. Можно сразу поймать кольцо. Может быть, что-нибудь когда-нибудь получится. Может быть, через полгодика записи. Так, часов через 800 тысяч миллионов. Ура! Ура! Что-то произошло! Мы снова живые, мы снова тейлзы. Ура! Ух ты. Снова дают халяву. Так. Хорошо. Так, хорошо. Спокойно. Газовые баллоны какие-то взорвались. Турунь-турунь. Если его заденет, он сразу станет обычным. Чтобы вы понимали. Ага. Так. Бздыньк. Ах ты срань! Как? Как тут сгруппироваться и катиться? А. То есть тут чисто это самое, да? Встань. Так. Тейлз. Помоги забраться. Чему Тейлз занят, когда он нужен? Ага. То есть это бесперспективно, да? Почему-то мы теперь за розового ежа играем. Ага. Отлично. Повтор уровня. Так, наш пушистый, скажем так, непонятно кто. Так, мы, по-моему, сломали игру и не можем больше пройти дальше. По-моему, игра не рассчитывала на мое появление. У него вон хвост, какой-то металлический ежик в нем же. Прекрасно. Прекрасно, чудесно. Если вам понравилось данное зрелище, то пишите, как это вообще проходить, я полагаю. А так, это был канал No Comments Paradox, игра Sonic XE Adventure. Новые приключения в таймлайне и, в общем-то,
точное название в названии видео. А так, хорошего времяпровождения, слушаю в следующем видео. Лайки, комментарии, подписки, поделиться — это все на вашей совести исключительно. И пока!